эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Нет разрешения, нет ограждения. В столице продолжается работа по демонтажу незаконных строений. Нечистоты в канале Октябрьской революции. Резван Газимагомедов дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему со стоками, которые попадают в кор. Все и сразу. Дагестанская жизнь, насыщенная драмой и назиданием, будет представлена зрителю на больших экранах. 7 золотых медалей из 10 возможных. Вольники из Махачкалы отличились на чемпионате Дагестана в Каспийске. В столице продолжается работа по сносу незаконных зданий. Так, в минувшие выходные специалисты отдела по вопросам координации капитального строительства демонтировали ограждения на второстепенной дороге по проспекту Акушинского и по улице Дагестанской. Специалисты мэрии планировали устранить еще один самозахват по улице Смирнова, однако от работ пришлось воздержаться из-за наличия большого количества инженерных сетей. Хозяину объекта дано время для самостоятельного демонтажа. Напомним, ранее на данные незаконного строительства Резван Газимагомедов получил обращение и жалобы от имени жителей столицы. Новый самострой угрожал и жителям многоквартирного дома по улице Абдулхамида Юсупова, 29. Жильцы обращались во все инстанции и отстояли придворовую территорию и футбольное поле. Мы, боже мой, мы куда так? У нас вот такая папка. Городские власти, прокуратуру, советскую, такую, эту российскую, судебные органы, Москву. Боже мой, мы куда только не обращались. Резван Казимович, он принял очень хорошее, красивое решение. Короче, это все остается за этим домом, и он будет образцовой площадкой делать. На место выехал исполняющий обязанности главы столицы Резван Газимагомедов. Он поблагодарил людей за активную позицию и принял решение о благоустройстве двора. Конечно, да, это же мы сами. Да, поэтому что-то здесь такое сделайте, попросить наших строителей, которые делают, приведите в порядок, покрасить, раз они такую сделали, хорошо, до конца жизни помогите. Устранить стоки, попадающие в кор. Такое поручение дал исполняющий обязанности главы Махачкалы. В рамках объезда по проблемным местам Газимагомедов посетил поселок Семендер, где на одном из участков канализационные стоки близлежащих домов попадают в канал Октябрьской революции. На месте начальнику столичного ЖКХ было дано поручение в недельный срок подготовить проект и до конца марта устранить проблему, подключив необходимую спецтехнику. По словам специалистов, расчистка дает лишь временный результат. Для полного же разрешения ситуации необходимо проложить более 2 километра труб. Жители Дагестана оказались самыми недисциплинированными плательщиками за вывоз мусора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы российского экологического оператора. Собираемость в республике составляет менее 60% при общей по стране 87%. А взыскание долгов, как сообщают компании, затруднено из-за отсутствия доступа к данным абонентов. Всего за россиянами числится почти 90 миллиардов рублей неоплаченных статей. Как оказалось, долги тянутся еще с тех времен, когда мусорная реформа не была запущена. Качественное кино теперь и в Дагестане. В Махачкале идут съемки художественного полнометражного фильма «Все и сразу». Дагестанская жизнь, насыщенная драмой и назиданием, будет представлена зрителю на больших экранах в формате 4К. На съемочной площадке побывали наши корреспонденты. Салам алейкум, товарищ прапорщик. Алейкум ассалам. Что тут у нас? У нас сегодня здесь труп. Проводится следственное оперативное мероприятие. Салам алейкум. Валак салам. Ты тут надолго? Видимо, кино, говорят, снимают. Вот об этом и поговорим. Кино хорошо, а дагестанское кино еще лучше. 27-я сцена показывает это на своем примере. Студия 136 создает качественный сюжет и тщательно подходит к воплощению задуманного. От игры актеров до закадровой подготовки. Я художник-гример Кумыкского театра, гример в кино. Думаю, что фильм получится достойным, что зритель оценит, потому что там поднимаются такие темы, которые актуальны всегда и особенно в данное время. И я считаю, что
ребята молодцы, что они подняли вообще эту тему, и все должно получиться. Какое впечатление от знакомства с вашим героем, которого вы будете играть? Ну, прежде всего, это было, как вам сказать... Опять злой парень. Ну, что-то там, я не знаю, в сценарии говорят, поменяют, какой-то перевертыш, я, может быть, стану хорошим, но это не точно, это уже останется секретом для зрителей, они сами это увидят. Но надо играть плохого, будем играть плохого. Режиссер Мухаммад Меджидов является автором многих масштабных проектов, признанных широкой аудиторией. В их числе короткометражный фильм «Живи ради Бога» и документальная картина «Горец, спешивший творить добро». По словам режиссера, для кино в Дагестане есть все условия. Я считаю, что дагестанский народ очень талантлив, очень творческий. Об этом говорит вся наша культура. Даже если взять, допустим, просто ремесла. Да? У нас, скажем так, от ювелирного дела, гончарного, там, древесное, унцикуль там, и так далее. То есть у нас люди сами по себе очень талантливые. Поэтому, я думаю, киноиндустрия у нас обязательно состоится. Ну, я думаю, это будет наше кино, свое, дагестанское. Оно должно быть таким, со своим лицом. По сюжету главный герой картины совершает самую большую ошибку в своей жизни, связывается с черными ростовщиками. У героя, как и бывает в жизни, есть хорошие и плохие советчики. Но, к сожалению, у нас сегодня, как выясняется, очень много есть людей, которые занимаются ростовщичеством, нелегальным, скажем так. Человек реально в городе живет, который взял деньги под проценты, вложился в электронную валюту, типа биткоинов. И когда рынок рухнул, он попал в очень серьезные и большие проблемы. Если хотя бы один человек, посмотрев и как бы примерив этот халат на себя, поймет, что он в такое не будет влазить, я думаю, это уже будет большое дело. В полном метре зрителю будет представлена и любовная линия. Как именно создатели оставляют пока в секрете. Над картиной работают опытные профессионалы, за плечами которых большие проекты. Откровенно говоря, это качественный продукт. Создается он при поддержке региональных ведомств. И самое главное, в нем принимают участие именитые актеры, артисты. Задействовано 5 республиканских театров, в том числе... Участвуют, конечно же, и заслуженные артисты Российской Федерации. Да, у нас такое тоже есть на площадке. Конечно же, волнение присутствует, но все это уходит в сторону, потому что мы понимаем, что быть полезными для общества гораздо важнее. А что касается меня, то для меня это новое. Для меня это... Ну, то, что я сегодня вижу, это вся съемочная бригада, этот профессионализм, с которым подходят ребята к работе, и режиссер, и гримеры, и большое количество техники, аппаратуры, когда это все вокруг тебя, и когда ты понимаешь, что ты принимаешь участие в чем-то большом, серьезном, глобальном, это большие яркие эмоции. Это кино, оно будет больше как, знаете, больше нравственно-воспитательного характера будет, потому что оно будет как поучительный пример тому, как лучше не делать, понимаете? Чтобы порадовать зрителя и передать происходящее максимально реалистично, авторы используют высокотехнологичную съемочную аппаратуру. Мы решили снимать на RED, потому что это камера, которая специально создана, чтобы снимать кино. Это первая версия RED, которую сделали по тому, что она снимает как пленка. Раньше, то есть замен пленки. Сейчас более контрастные стали камеры, но того эффекта, какой эта камера, сейчас не присутствует. Поэтому она этими как бы ценится. Но да, мы надеемся, что получится хороший продукт. Не надеемся, мы знаем, что получится хороший продукт. С помощью этой камеры мы достигнем большого экрана. Дагестанское полнометражное кино только набирает обороты. Фильм «Все и сразу» взял на себя роль первопроходца в мире зрелищных и высококачественных фильмов. Картина обещает быть драматичной и совсем скоро явится нам на больших экранах. Саид Меджидов, Муртазали Абдуллаев, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Махачкала. Второй Всероссийский форум молодых теологов стартовал по всей стране. Одной из площадок стал Дагестанский гуманитарный институт. На его базе работает секция «Теология и религиозно-философская мысль». Участие в ней принимают студенты ДГИ, образовательных организаций «Орла», Москвы, Краснодара, Тульской области и не только. Всего в мероприятии задействованы более 450 студентов из 75 образовательных организаций. Научные дискуссии проходят как в офлайн, так и в онлайн-режиме.
Это отличная возможность для студента, в первую очередь для меня как магистранта, реализовать мои возможности, скажем, мой опыт, то есть получить опыт дополнительный от общения с другими студентами и высказывать свое мнение и свою позицию. Также при выступлении тоже выступая с своим докладом, также отличная возможность получить опыт. При этом узнать много нового от других студентов. ЕИ входит в ассоциацию НОТА, которая объединяет все высшеобразовательные учреждения, реализующие направление теологии. Соответственно, от Таджикистана единственным вузом, который входит в эту ассоциацию всероссийскую, является Таджикистанский гуманитарный институт, как реализующий исламскую теологию. На этой площадке собираются теологи всей страны, всех вузов, которые реализуют направление теологии, всех представителей всех конфессиональных теологий, в первую очередь начиная с. Поэтому это дает возможность не просто развивать науку, но и также узнавать молодым ученым, познавать друг друга, узнавать друг друга. И о спорте. 7 золотых медалей из 10 возможных. Вольники из Махачкалы отличились на чемпионате Дагестана в Каспийске. Награды, а также путевки на окружные соревнования во Дворце спорта имени Али Алиева оспаривали около 200 спортсменов. Имена чемпионов узнаем в материале Курбана Рагимова. Ему слово. Одним из самых титулованных участников чемпионата стал победитель Кубка мира Шамиль Шарипов. Главный фаворит турнира в тяжелом весе вернулся в строй после годичной паузы. Своих болельщиков борец спортшколы Садулаева не подвел. В финале он одолел хасавюртовца Умара Исраилова. Где-нибудь побороться, чуть по разным причинам не получалось выступить. Сейчас на Дагестане выступил, альхамдулилля, все хорошо, выиграл. Чуть ковер не чувствовал, было это в начале. Ну, 4 схватки сделал, и с каждой схваткой уже более легче было, легче и легче. Медаль высшей пробы Шарипова стала для столичных вольников 7-й. Второй год подряд золото этих соревнований завоевал Ахмед Нурахмаев. В схватке за золото вольник из школы Абдулманапа Нурмагомедова выиграл у земляка Тайги Багасанова. В финале с Айвазом мы уже не раз встречаемся и было чуть осторожничали. Что стало вот решающим в финале? В финале решающим, наверное, план тренера своего. То, что не сошел с плана, да. Показать активность и не сходить со своего плана, до конца бороться, добивать своего. В прошлом году выиграл, и я травмировался, я где-то 9 месяцев, у меня на травму ушел. Где-то 2 месяца. Только для награждения приглашается чемпион и призер в категории. Чемпионат Дагестана собрал порядка 200 вольников. Турнир пропускали лидеры нашей сборной. Они в эти дни участвовали в клубном чемпионате мира. В отсутствие титулованных спортсменов шанс проявить себя получили молодые борцы. Кому-то это первая ступень в его карьере, жизни, где он сможет, выиграв, победив здесь, поверить в себя, свои силы и возможности, что он должен идти и будет трудиться дальше и радовать своих близких и родных победами и своим выступлением. У ребят есть большой потенциал, конечно. Эти звездочки загораются здесь, которых мы незаметно год пройдет и два увидим их уже и на таких международных аренах и таких крупных соревнованиях, как проводится в нашей стране. Национальный вид спорта. Никуда не денешься. Все залы полные в Махачкале, в Хасавюрте. Ребята с удовольствием занимаются. Но, к сожалению, некоторые проблемы есть. Вот международные. Придумали всякие причины, и мы не можем участвовать и побеждать, и показать, что есть. За мы народ российский, дагестанский, нам препятствия этим создают. Но я думаю, разум возьмет верх. Это временно. Да, временно. Мы не будем участвовать. Противостояние Махачкалы и Хасавюрта в этот раз завершилось победой столичных вольников по количеству чемпионов и общему числу наград. В своих весах также отличились Камиль Абдулвагабов, Шайх Джаватханов, Гаджимагомед Нажмудинов, Гасан Шамхалов и Касум Касумов. У хасавюртовцев 3 первых места. Обладателями золотых наград стали Юнус Явбатыров, Рахман Минтулаев и Эльдар Ахмадудинов. Следующим стартом спортсменов станет чемпионат СКФО. Курбан Рагимов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи!